Друзья, я уверен, что вот про такую штукенцию вы не слышали, потому что я не слышал тоже. Вот. Это одеяло, да не простое одеяло, туристическое одеяло, сделано с утеплителем и с мембраной. Такое видали когда-нибудь? Не знаю, насколько это надо вообще, для чего предназначено, но давайте будем предполагать, что это такое и как это вообще использовать. Откроем, посмотрим, позырим, что это такое. В двух цветах, оранжевенький вот такой вот, и для тех, кто не хочет, не любит привлекать внимание, вот такой вот цвета. Как этот цвет называется? Мозаика зеленый. Серая мозаика зеленый. Давай, мне нравится оранжевый, потом поэтому будем открывать его. Вот, ну, такая вот, значит, удобный такой чехол, как не чехольчик, а вот такая система сборки этого одеяла на огромных вот таких фастексах. Вот, ну, для чего они здесь такие огромные? Одному богу известно. Вот, может, какие были, такие поставили. Ну, конечно, выглядит круто. Выглядит круто, надежно. Давайте открываем и смотрим. Открываю первый раз, поэтому если чему-то буду удивляться, это нормально. Так, ну, значит, внутренний цвет нас тоже радует. Меня, по крайней мере, он выполнен из очень приятной такой ткани. Похоже на ткань, только хбшная она. Вот. Ну, короче, приятная она к телу. Однозначно приятная к телу. Можно прям укрываться ей спокойно. Вот, опять-таки, мембранная ткань. Внутри утеплитель русский север. И здесь вот эта приятная ткань. Так. Микрофон у нас остался там, поэтому слетел с меня. Так, что еще тут мы имеем? Что мы имеем? Так. Имеем здесь какой-то. Так, давайте думать, что это. Что это? Может быть, это было на входе у нас? Ну, в смысле, в сложном состоянии на этом. Да? Это было? В сложном состоянии я просто не заметил. Сюда можно было что-то положить. Так, что сюда можно положить, когда мы здесь, когда это у нас одеяло. Как это можно применить? Это можно использовать как подушку, наверное. Если мы спим на этом, а не укрываемся. Можно сюда положить вещи. Вот так вот убрать. И будет такая вот подушка, которая зафиксирована с вашим под одеяльником, на чем вы спите. Вот такое одеяло. Ну, кстати, летом, наверное, эта штука актуальна, потому что не все любят спать в спальниках, кто-то любит просто укрываться одеялом, и это, ну, удобно. Либо, например, посидеть возле костра, но это мембрана, поэтому вряд ли это сканает, да, посидеть возле костра. Вот, допустим, еще это будет прикольно, если вы ездите, допустим, в автодоме, в кемпере. Тоже, опять-таки, спальники там не спят, там нужно просто укрываться. Вы взяли одеяло и им просто укрываетесь, да? Либо в машине спите тоже. Также, наверное, будет удобно просто сидеть в машине где-то сзади, там, укрыть детей этим, чтобы они спали. Вот, ну или там, когда холодно, тоже можно взять укутаться в это одеяло.